Он упорно молчал целый год, постоянно удалял фото со страницы в Инстаграм и преподавал уроки вокала всем желающим. Но вот, наконец-то свершилось, Асан вернулся. Сегодня записываем песню, песня обо мне. А какой я вот такой весь из себя. В общем, подробности узнаете скоро на телеканале Гаку. Почему же в качестве камбэка ты решил выбрать именно эту песню, Асан? Потому что я себя люблю. Ладно, а если серьезно? Ну, то есть свои причины. В скором времени вы узнаете, по какой причине я решил вообще записать такую вещь. Вот. Поэтому пока что могу сказать только вам это. Новая песня, кстати, по словам Асана, раз в 10 лучше, чем предыдущая. У меня такой немного переломный момент в моей жизни был. После чего я решил немного сделать такую паузу, годовую паузу, и начать преподавать. Вот. Сейчас я пришел в себя, так сказать, и решил продолжить свою творческую деятельность. Выпытать, какой именно переломный момент был в жизни Асана, нам так и не удалось, из чего мы делаем вывод, что это настолько личное, что выплеснуть можно исключительно в творчество. Посему ждем с нетерпением нового трека и надеемся, что Асан действительно собрался с мыслями и больше уходить надолго не будет.